За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, 8 человек получили травмы. Подробнее в ежедневном обзоре дорожных новостей. В Уфе в серьезном ДТП пострадал ребенок. 21 марта на улице Кирова произошло столкновение «Лады Калины» и «Лады Приоры». В результате пострадали 2 пассажира «Калины», среди которых 2-летний ребенок. В то же время на выезде из ТРЦ «Планета» произошла массовая авария с участием 3 автомобилей. ДТП произошло ближе к закрытию торгового центра, когда большое количество покупателей пытается выехать с парковки, а поток машин по улице Энтузиастов редко уступает дорогу. По словам очевидцев, удар был сильный. На место происшествия приезжала скорая помощь. В социальных сетях каждая третья фотография аварий – ДТП с участием общественного транспорта. После проведенных ужесточений в отношении перевозчиков количество автобусов снизилось, однако война за каждые 25 рублей до сих пор продолжается и доходит до смешного. Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмудинов заявил, что скоростной режим на проспекте Салавата Юлаева в Уфе скоро будет восстановлен. Предварительно в мае будет закончен ремонт дорожного полотна, и автолюбители смогут набирать скорость выше 40 км в час. Но это проспект Салавата Юлаева, его ремонтируют каждый год, так же, как и проспект Октября. Противоположная ситуация складывается на небольших улицах, где уборка производится редко. Дороги покрыты слоями льда, а в открытых местах под лужами скрываются ямы. Не превышайте скорость и будьте внимательны даже на знакомых дорогах. Неизвестно, на каком участке дороги открыт канализационный люк. Напоминаем, что оценить ситуацию на дорогах в режиме реального времени вы всегда можете на сайте maps.ufanet.ru.